Как перенести данные с старого айфона на новый? Это новый 15-й iPhone, который купил клиент. Я всем сразу же советую сначала включить, активировать телефон, обновить до последней версии iOS, потому что так вы сэкономите порядка 3 часов. Сейчас мы активируем телефон без входа в Apple ID. Настроить для себя, настроить позже. Все делаем позже. Здесь тоже пропускаем. Не использовать. Так, не устанавливать. Ничего. Все, мы активировали iPhone без входа в Apple ID. Это версия китайская. Получается, заходим в обновление ПО и обновляем, получается, обновить сейчас. Обновляем телефон, сбрасываем, потом только делаем перенос. Так вы сэкономите порядка 2-3 часа, потому что когда вы сразу же запускаете перенос, телефон запрашивает обновление, а это занимает во время переноса очень много времени. Все, мы обновили телефон. Далее мы заходим, смотрим, последнее обновление стоит. Все. Далее просто мы сбрасываем телефон. Стереть. Стереть контент настройки. Продолжить. Стереть iPhone. И только потом мы начинаем делать перенос. Перенесем данные отсюда сюда. Здесь не важно, на старом iPhone какой стоит. Здесь стоит 16.3.1. Это не важно вообще. И сейчас мы запустим, получается, перенос данных. Все, мы сбросили телефон, теперь открываем. И здесь у нас смотрим, чтобы Bluetooth все был включен. Россия. Все, вышел перенос. Продолжаем. Сейчас будем сканировать. Вводим пароль. Продолжить. Wi-Fi.